У нас 6 семей, педагогов, медицинских работников получают ключи, и это очень приятно, от новых квартир. Хочу напомнить всем, что в этом году это второе мероприятие мы проводим такого уровня. Нам удается это делать. Мы вспомним, с кем мы это делаем потом попозже, кто нам помогает. Хочу сказать, что в марте месяце, по-моему, да, в марте месяце мы вручали 11 ключей также семьям из числа педагогов, медицинских работников. И я больше чем уверен, они счастливы, отзывы, наверное, идут. Сергей Геннадьевич, как, отзывы есть? Да. По вам? Да, да. Отзывы есть, да? Вот, поэтому, ну, сразу должен процесс какой-то оживиться. Да. Поэтому сегодня, я так понимаю, что у нас 4 квартиры, мы четверо ключей выдаем квартир молодым семьям, молодым специалистам, вернее, которые приехали на территорию Кингисеппского района и уже были здесь у нас. Это вдвойне важное мероприятие для нас, это закрепление кадров на местах. Мы хотим, чтобы, хотелось бы, чтобы стабильно у нас появлялись новые молодые кадры, чтобы они принимали тот опыт, который есть, тот богатый опыт, который есть у нас сегодня в образовании, в медицине, чтобы была правопреемственность, чтобы уровень, тем более молодые специалисты приходят уже совершенно с другой подготовкой. Здравоохранение у нас поднимается, делается очень, я сегодня не буду здесь это, естественно, перечислять, но делается очень много в медицине. И мы надеемся, что новые кадры, которые, Сергей Иванович, пришли, приходят и будут приходить, конечно, будут поднимать уровень сервиса, уровень внимания, уровень медицинских услуг на всех человеческих факторах. Вот. Соответственно, мне сегодня хочется сказать следующее. Крыша над головой человека, свой родной дом, это, наверное, одно из важных составляющих в жизни человека. Вы все это прекрасно понимаете, ничего нового не говорю, просто эмоции изнутри. Вот. Домой мы возвращаемся в разных ситуациях, в разном настроении, но родной дом, родная квартира, родные двери всегда нас примут. Мы можем побыть там в кругу семьи, можем побыть в одиночестве, под крышей своего дома всегда надежнее, приятнее быть и с друзьями. Вот. Под крышей своего дома рождаются дети. Вот. Сохраняются все традиции, которые есть в поколениях. Поэтому это очень важный процесс. Очень важно, что и приятно, что у вас, ну, я не буду говорить, но свершилась самая большая мечта в жизни. И так должно быть. У каждого человека должна быть крыша над головой. Справиться с этой задачей вот раз и навсегда, потому что есть финансовые трудности, есть приоритеты некоторые, которые нужно выполнять в первую очередь, чтобы стабильно работали учреждения все и в образовательной сфере, и в здравоохранении. Поэтому будем постепенно-постепенно добираться и ликвидировать вот, всю потребность, все вот эти проблемы с жильем и в здравоохранении, и в образовании в первую очередь. Я это всегда говорил, и все эти годы мы стараемся это сделать. Поэтому с удовольствием сейчас будем вручать вам ключи. Если что-то не так в квартирах, что-то вот не так пошло и все остальное, пожалуйста, держите контакт со своими руководителями. Не бейте лбом о какие-то проблемы в одиночку. По получению информации мы вам поможем, ну, комфортно, чтобы уж пошло все, как говорится, с легкой руки. Спасибо большое. Спасибо всем.